Пенка самостоятельно входит в зону. Есть бросок, шайба в воротах! Вот это хороший бросок. Это было красиво. Нагмадинова не прошла, здорово сыграл Артем Воробьев и сам полетел вперед. Отличная передача вперед на Лапшина, и Лапшин заводит шайбу в ворота. И отличная передача на Артема Воронина, который все-таки решил подарить возможность Никите Кирдышному забросить шайбу в этом матче. И бросок от Никиты Кирдышного. Будем наслаждаться хоккеем и перекладина. Справляется вратарь Ермака. Перевод отличный. И шайба в воротах, Артем Воронин. Ну что, ух ты, вот это да. Вот это разыграли, раскатили. Секунд, получает передачу спиной к синей линии, тут же бросок, мимо ворот идет шайба. Ряшенцев бросает, но как же здорово тут сыграл Алексей Ложкин.